вот, тоже лететь в школу. Зачем меня убил? Я попыт добавлю. Ой, давно ж мотал. А вы играете с ушами или без? Я с ушами. Получается, да. Здоровьтесь, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня произошло нечто невероятное, потому что я нашел новое новогоднее обновление на Авито. И прямо сейчас я попробую его купить. Я уже нашел этого продавца, у него ник разработчик. Просто прикиньте, ник разработчик. Блин, ребята, это будет очень весело. Прямо сейчас проживите лайк, обязательно подпишитесь, а я его буду набирать в Дискорде. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый игрок Standoff 2. Я прошу вас поприветствовать. Кого? Нет. А вы кто? Я являюсь разработчиком игры Standoff 2. У меня есть обновление 0.20. 0.22, я извиняюсь. Я извиняюсь. А у вас написано, обновление стоит 100 рублей. Это правда? Да, я зарабатываю очень мало, потому что, вы знаете, санкции. То есть конечно, я понимаю, санкции. Конечно, понимаю. Пишите ваш киви. 100 рублей. Можно я вам даже скину, знаете что? Я сегодня в очень хорошем настроении. 101 рубль. Конечно, вы очень богатый человек, но прошу, пожалуйста, без приколов. Да, без проблем, извините. Так, пишите прямо сейчас номер вашего киви. Перевожу денежку. Так, вот, смотрите, я вам написал, уважаемый игрок Standoff 2. Я перевел ровно 101 рубль, правильно? Что у меня за дурака держишь? Там 3 рубля комиссии. А, еще комиссию оплатить надо, да? Конечно, ты что? Все, понял, без проблем. 3 рубля, сейчас переведем, конечно. Если разработчик так сказал, я сделаю все, что будет. Слышишь, что ты не выделывайся, а то я тебя забаню. Вот, Галим! Все, я перевожу. Так... Ага, сики. Ну чё, пришло или нет? Да, пришло! Думаешь, это всё? Нет, это же испытание! Ты готов? Какое ещё испытание? Я просто обнову купил по объявлению на Авито! Подожди, ты не агрись давай, нормально разговаривай, мой дорогой! Да, я готов! Ты дом один на один, если ты меня выиграешь, тогда я дам тебе это обновление, ты меня понял? Понял, всё, вопросов нема, то есть я вас побеждаю, и вы мне даете обнову, правильно? Да. Ну, если ты понимаешь, ну, это суть задачи. То есть, ты покупаешь, и ты должен меня выиграть. Думаешь, почему так делаешь? Подожди, а если я проиграю, что тогда? Я забаню тебя! Хорошо. Давайте играть дуэлечко. Без проблем! Смотрите, как я понимаю, а сколько мы лет, если не секрет, да? Мне 35 лет, я женатый человек, так что прошу вести себя адекватно. Понял. Слушай, а можно посмотреть, а какие у вас скины вообще есть? Ну вот просто мне вот очень интересно посмотреть, какие у вас скины есть. У меня есть керамбитик. Ого! Вот, то есть, подождите, смотрите, у меня вот есть скины, мне вот друг подарил, я вот не знаю, они дешевые или дорогие. Смотрите, у меня есть вот этот скин какой-то желтый. Вы не знаете, вот этот. Смотри, мы сейчас выходим с тобой, ты не сливаешь керамбит голд. Я тебя не баню, согласен? А, не баню, конечно, солью. А это дешевый скин или дорогой? Это очень дешевый скин, ты не разбираешь. А вот это, смотрите, вот этот скин, вы знаете, что это вообще такое? Это самый тупой АВМ в жизни. Самый крутой, это АВМ, этот, как его, ТХ. АВМ бомжатский. А вы точно разработчик? Он не регает, я разработчик, тебя забаню. Ты у меня сомневаешься? Не сомневаюсь. А, не стреляй, ты за шут. Вы пойдете играть, знаете, куда я себя забаню? Никуда. Я вас пойпи во все игры. Нет, только не пойпи. Что угодно, только не пойпи. VPN не поможет никакой. Братик, голда-то надо. По-любому надо. Тогда я тебе советую булдропщик, потому что они тебе дарят на халяву голдишку. По ссылочке в описании. Также у них прямо сейчас проходит чумовой ивент, на котором ты зарабатываешь дублоны совершенно бесплатно и получаешь халявные топовые скины. Как же это круто. Поэтому, братик, хочешь топовый дроп? Залетай на булдроп. Ауф. Рекомендую. Ссылочка в закрепе. Я извиняюсь, разработчик, а как вас зовут? Меня зовут Евгеша. Ну, Евгений. А, ну, а можно вас буду называть Евгеша? Мне так нравится. Хорошо, мой сладенький. Евгеша, такой вопросик вам. Вообще, разработчикам быть тяжело? Это изи-пизи. Камон. Слышишь, камоночка моя? Хочешь узнать, что будет в новом обновлении? Ну, конечно. Ну. Я танки добавлю, понимаешь? Я добавлю... Стоп, а где? Ну, вот секрет. Вы понимаешь, я добавлю танк в игру. Подождите. Уважаемый Евгеша. Вы что это, пошли на плент? Да так мы не обговаривали ничего. А, я понял. То есть вы решили меня тупо сдубалим? Так ты есть, он бам! А-а-а! Евгеша, отстань! Стоп!
Куда? Евгений, а я, как я понимаю, вы помимо того, что разработчик, вы еще жесткий киберспортсмен? Я правильно понимаю? А я играл за RGG раньше, но я ушел от... А, RGG, это как его? Самый слабый клан в стендове, правильно? Это самый сильный клан. В смысле, самый сильный, я слышал, что какие-то маслята. Маслята, это что за маслята? Маслята, тир один клан, говорят. Не знаю такого, они даже ни одного прака не играли. А что такое прак? Прак, это когда, ну, 5 на 5 не играют против команд разных. А, так они играли, они играли, они выиграли всех, они даже клан фермера выиграли. Они даже Сайенс выиграли, да? Ну да, клан фермер вообще на язычек, а потом мы закрыли их, 10 лет. Вы будете меня обмануть? 10 лет бана! Знаешь, что еще в игру добавлю? Какие 10 лет бана? Я попыт добавлю. Ой, давно ж мота! Блин, вы так хорошо играете, слушайте. Понимаешь? Что? В игре будет попытка Simple Dimple. Какой Simple Dimple будет? Да, и мы хотим добавить скины Иван Зола, Даша Корейка и еще много людей. Я извиняюсь, а меня вот друг называет Пепа. Это да кто? Потому что ты, это ты! Вот, ты не должен меня выиграть, я должен тебя выиграть, вот вонючий, вообще ты никто, на меня, на себя посмотри, ты вообще... Я вот пыль, сюда. Я пыль! Какой ты пыль, ты вот ты... Я пернул, ты понюхал, понял? Понял, вопросов нет. Посмотри, такой вопросик. Какой запах вашего передержа? Ой, не то. Я не нюхал, это у вас вопрос. Такой вопросик. Идите на бы, не убивайте меня, кофе. Ты зачем? Откуда? Вау, у тебя ФАМАС цыганский. Да я не знаю, мне друг подарил, говорит, какой-то самый дешевый скин. Или это нормальный скин, дорогой? Это самый дешевый скин. Идем, я хочу вам кое-что показать. Вы знаете, что такое Gold School? О, а вы можете показать? Мне друг говорил, это крутая наклеечка. Ну-ка. Я уже пришел на плентик, но везде. Так, друг не... Я на Б, иди. Друг друга не мочит. Не убиваем, да? Ой, я случайно дернулся рука. Да рука дернулась, я случайно, давайте еще раз. Блин, да я случайно, что вы взываете? Что мне позвонить? Я маме расскажу. Такой вопросик. А если я вас выиграю, вы мне точно сольете обнову, правильно? Стоп, стой, не стреляйте, вы сказали не стреляемся. Вы же мне... Gold School, вот сейчас вам покажу. Показывайте Gold School. Вот. Ой, где? А так вы же сказали, что дешевый скин, или это дорогой скин? Что за скин? Я не пойму. Дешевый скин, лошара. Слушай меня внимательно. Ты сейчас кидаешь мне свой почта и свой пароль. А я тебе скажу, покупай нормальные скины там всякие, дорогие, которые прям реально ценятся. А я тебе, ну, типа, продаю и даю ничего. Хорошо, я понял. Я прям сейчас вам пишу мою почту, правильно? Да. Это моя почта, прочитайте ее вслух. Я бот лох, я... собачка.соси.ком. Окей, я зайду после катки. Стоп, а пароль не надо? Чем вы замочили? Подождите. Опять! Что, вы подобрали вот этот нищий скин, как его? А вы вот этот спорт В2, да? Вы его подобрали, да? Да, я просто мечтал купить себе, но у меня нет лишней. В смысле? Голды. Вы же сказали, это дешевый скин. Это оно стоит всего 42 голды, понимаешь? И я не хочу тратить свою голду на всякую фигню. Такой еще вопросик. А вообще расскажите, что. Ну, отхожу детей в школу. Зачем меня убил? Расписание дня. 7:20 я встаю. 8. И ложусь. И лучше дальше спать 8. Нет, успокоился. Да. И дальше где-то в 7:40 я завтракаю. Пиццей, пепперони. А что вы делаете 20 минут? Вот вы в 7:20 просыпаетесь, что вы делаете 20 минут? Отхожу детей в школу. Зачем меня убил? У меня там жена готовит мне еду, потом я... У вас есть жена? 35 лет, ты чё, блин? А сколько лет вашей жене? 70? Что твоей жене, вон, 70, если она у тебя есть. Вонючка. В смысле? У меня нет. Я в 8 классе. Какая жена? Ну, это у меня есть. Моей жене 30 всего годиков. Ого, прикольно. Она такая, ну, знаете, такая няшная богиня. А вы в курсе, что, смотрите, если вас побеждают, я, получается, становлюсь новым разработчиком. Нет, ты не станешь разработчиком. Ты не должен меня выиграть, я должен тебя выиграть. Кстати, пароль мне скинь. Пароль? А, пишу пароль. Вот. Прочитайте пароль, пожалуйста. Я лох. Ну, это пароль второго аккаунта, поняли? Вы меня заставили? Нет, настоящий лунит пароль. Ты лох.
тупорылый, вонючка, я на тебя порцию на понос наведу, ты пап! Понял. Я так крутой, я ютубер, у меня всего лишь там 500 подписчиков, и каждый 500 подписчиков меня любит, пап! Понял. Ты думаешь, ты крутой, а ты бот, ты смотрите, бот. Такой вопросик к вам. А если бы, допустим, бы вас кто-то замочил на нож, то вы кем бы были после этого? Не заботишься. Батяра, я тебя выиграю, ся. Ну чего вы обзываетесь, не обзываетесь, нужен разработчик. Я тебя забаню, неадекватно. А можно мне тоже, а можно мне тоже быть разработчиком? Нет, потому что от вас воняет. Вы восьмиклассник, который ничего не может. Вы дегенерат. Подождите, а как вы поняли, что от меня воняет? Через этот телефон. Так воняет. может быть, вы обкакались и воняет от вас, а не от меня. Я чувствую от вас вонь. Я чувствую, кто-то на вас обижен. Я чувствую, что вы кому-то смотрите, дали голову. Такой вопросик, смотрите. Если вас, вот, допустим, кто-то бы замочил на нож, то вы после этого будете батон? Да, и все, я больше не буду разработчиком даже. Вы уверены? Да, но у тебя не получится ничего. А вы играете с ушами или без? Я с ушами. Я тебя банул, знаешь что? Я тебя забаню, ты должен проиграть. Нет, только не бан! Все, я проигрываю, только не бан. Что мне делать, с ножом бежать, да? Надо с ножом на Тёмочку бежать. Да, то есть сейчас мы не стреляемся, правильно? Да, да. А где вы? Я сзади, стойте, это я! Мир. Смотри, а вот этот скин, это вообще нормальный скин, вы не знаете. Дай за скрыть, я завтра в школе покажу. В какой школе? Вы же разработчик. Ой-ой-ой-ой-ой! Я пошутил, вам послышалось. Так вы же, вы учитесь в школе? Нет, вы что? У меня два высших образования, я учился в МГУ. Хорошо, а какая у вас специальность? Спецразработчик. А может быть у вас специальность разработчик стендоффа? Туда, тупо на изучах вы меня закрыли, правильно? Такой вопрос, а вообще, как вы так хорошо начали играть? А можете мне парочку фишек показать киберспортивных? Вы так хорошо играете? У меня есть тренировочка. Если вам интересно, мы можем через дня два еще протектоваться. Ну смотрите, вот например, давайте идемте в Тёмку. Смотрите, можете мне показать какую-то киберспортивную фишку? Вы так хорошо играете, я не пойму. Всё, смотри. Ага. Ого! Ну расскажите, как вы так жестко играете, я не пойму. Вы прям какой-то киберспортсмен. Смотри, вот так вот берешь бомбу, так просел. И тва! Ты чё? Эй, а что произошло? Белый экран! Что произошло? Я тебя баню! Нет, за что? Только не бан! На колени. Хорошо, я стою на колени. Давайте, куда мне идти? Давайте, встречаемся где? В Тёмке, я стою на колени, хорошо? Я сделаю все, что надо! Только не бан, пожалуйста! Я тебя баню! Нет, за что? Какая будет причина бана, расскажите. Причина бана, вы обидели самого главного разработчика. Я на колени встал, а вы где? Я на меду, а вы где? Я на коленях, смотрите. Так, говори... Ой, я случайно! Не бан, только не бан! Вы меня не забаните? Что? Смотри, так, если ты меня сейчас выиграешь, я тебе отдам свою игру стендоффа. То есть вы мне подарите, я стану новым разработчиком? Ну, то есть что, вы будете править им? То есть будете зарабатывать? То есть буду самым главным, правильно? Да, а если я вас игру, вы даете свой инвентарь полностью, все, что у вас есть, вы даже свой мобил даете. Ого, то есть логин и пароль надо написать, правильно? Так я же вам написал, что логин и пароль, правильно? Прочитайте еще раз логин и пароль, чтобы вы ничего не перепутали, потому что я очень сильно переживаю. Я бот, лох, собачка, сосуточка.com. И пароль. Я лох. Ну, я понял, то есть, ну, пароль немножко странный, вы не удивляйтесь. Так, ну что, играем, да? Смотрите, если вы проигрываете, да, вы мне отдаете новую версию обновления, правильно? И я становлюсь новым разработчиком. Да, ты все, ты правишь, я тебе даю полностью данные, все, что у тебя есть. Сюда, бота! Хано, слушай, вы так хорошо играете. Вы, наверное, долго тренировались, чтобы так играть, да? Я играю дольше, чем джентльмен и скилл. Это ты два нуба, да? Это ты нуб, они профессионалы. Не, которые... да они нубы. Я помню, когда ты играл с закрытыми глазами, я их выиграл обоих. Они играли два на одного против меня. Это вы про них? Да. Ой, о, чисто Славика. Сюда, чисто... Разработчик. О, слушай, ничего себе киберкотлета. Слушай, где вы так научились хорошо играть? Если, смотри, если ты меня сейчас выиграешь, то я удалюсь, и ты можешь меня назвать как хочешь. Смотрите, если я вас прямо сейчас выигрываю, то вы мне сливаете обновление, правильно? Да. И вы скажете, я бот, правильно? Получается, да. Я бот! Ты меня выиграл! Я проиграл всю игру! Подождите. Нет. Уважаемый разработчик, а на что мы играли? На игру мою. Какую игру? Слышишь? Обновление. Я вам платил денежку, правильно? Да, за
не должен дать еще 500 голды срочно. Срочно покупай скин. Я тебе даю игру срочно. А вы можете мне прямо сейчас дать бета-тест обновления, как вы и обещали? 500 голды я тебе даю. Если ты не даешь, я прям сейчас ухожу. Все, ничего ты не получишь. Слушайте, уважаемый разработчик, а если я вам скажу, то что я вас снимал на ютубе канал Кенты ПК? Алло, 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 ля, он тупо ливнул. Блин, ребят, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также обязательно подпишитесь на мой телеграмчик. С вами был ваш Кенту около его уха. Всем удачи, всем пока.